Сегодня во всех школах Гомельской области отбудутся урочистые линейки. Першевероснёвские звонки станут початком отлику нового навучального года. Усяго сёлета у школах Гомельской области за парты сядут больше, как 150 тысяч навученцев. Безумовно, самым трапятливым этот день станет для першоклассников и их батьков. У першиню подороже у свет ведов распачнут больше, как 16 тысяч детей. У свою чергу для подлетков с выпускных классов черговый навучальный год – час роздуму перед выбором путевки в самостоятельное життё. Все лето на Гомельщине будут працевать больше, как 500 агульноэдукационных школ и свыше 350 дошкольных установ. У новом навучальном годе будет обновлен и штат педагогичных работников. Установы эдукации региона примут около 900 молодых специалистов. Тема первого урока в День ведов станет «Нам свет завещано берегчи». Уважаемые школьники, дорогие коллеги, уважаемые родители, бабушки, дедушки и особенно первоклассники, наступила самая ответственная, самая любимая и долгожданная пора начала учебного года. Желаю вам в новом учебном году быть любознательными, пытливыми, добиваться поставленных целей, иметь хорошие результаты по окончанию учебного года, а будущим выпускникам реализации всех намеченных планов и желаний.